Легенда о царской голове. А я не удивлюсь, что так оно и было, коль донесла до нас народная молва. Ни вещим вождям, ни в слово, ни в чернила доставлена была с Урала голова. Подобно плавникам, диковиннейшей рыбы, качались за стеклом усы и борода, как не кровав был спирт, но познать могли бы они черты царя без всякого труда. И я не удивлюсь, что перед тем сосудом не раз сидел Ильич, задумавшись о том, что братову петлю с чекистским самосудом ему не совместить ни ныне, ни потом. Идти другим путем, поклявшийся когда-то, он не смягчил сердец, а лишь умножил страх. По ироду провешь, по ироду расплата, читался мне раз в обрубленных глазах. И я не удивлюсь, шагая к мавзолею, вчерашний коммунист, сегодняшний изгой, что, видно, никогда ответить не сумею, Ульянов ли палач, Романов ли святой. И отчего же так, история лукава, что век царит в умах оценочный раздрай? Твой вождь распотрошен и с многогрешной славой упрятан под стекло. Иди, опознавай.